Всем привет! Я покажу, как легко и просто разбить скорлупу у ореха, так, чтобы ядро оставалось целым. Для этого я использую чеснокодавку. Все обычно сжимают ее руками. В результате получается раздавленный орех. Я вам покажу одну хитрость, как не раздавить ядро, чтобы оно осталось целым. Вот, еще одну попробую сейчас. Вот таким образом. Одним ударом. Вот, целый. В результате вот что, целенькие получаются. Я буду рада, если вам это пригодится. Благодарю за внимание. Спасибо за проявленный интерес. Подписывайтесь на канал. Буду рада.